Всем привет еще раз, я Алексей Кафанов. 19 апреля 2024 года. Иду я после мероприятия, где полчаса, даже больше рассказывал об отце своем, в закрытой военно-морской библиотеке в гавани. Это погодничок, конечно, меня просто умиляет. А сейчас я вам попробую. Ну, конечно, вряд ли это кому-то интересно, честно говоря. Но все-таки. Вот, по-моему, вот в этом как раз. Вот в этом дворе мы когда-то жили. По-моему. Потому что здесь три одинаковых совершенно двора. Вот там был вот такой вот, такая вот была галерейка, и там вот три таких же здесь. Ай, боже ты мой, вот хрен знает, тут питерские дворы, просто вам чисто так для информации. Вот одна такая штука, да, вот она идет под небеса, галерейка, там еще одна такая же, потом еще одна. И вот я помню, что по этой галерейке надо было пройти, и на втором этаже мы жили. Вот одно окно было, или два. Но, по-моему, все-таки не здесь. Вот то ли там, то ли здесь, хер знает. Потому что одинаковые, вообще просто одинаковые эти штуки. Было это, мне было 10 лет, меньше 10 лет, сейчас 52. 42 года назад. То ли здесь это было. То есть надо было с улицы входить, вот по этой галерейке проходишь. И вот там была квартирка. Черт его знает, где это было. Просто вам так вот показываю, кому интересно, структуру питерских дворов. Там какой-то проемчик, видите, такой романтичный. Давайте туда и пойдем. И структуру питерской весенней погоды. Скоро лето, а лето месяц. Сказал бы я свое мнение, но все-таки не хочется изъясняться. Вот. Жили мы здесь, в этой коммуналке снимали, значит, родители комнату, когда еще я к ним из Кемерово приезжал. В этой квартире не было ванной комнаты вообще и не было горячей воды. Поэтому мы заходили в баню. Вот тут напротив. Была баня, тоже уже хер знает где она, то ли какое-то из этих зданий, то ли куда она была, где свет между домов. Вот прикиньте, да? Без ванной комнаты, только кухня, и кранчики, только холодная вода. Коммунальная квартира ленинградская.